Виновник серьезной аварии, которая унесла жизни трех человек в центре краевой столицы, пробудет под стражей как минимум еще 2 месяца. Об этом нашим новостям рассказали представители суда Октябрьского района. Арест Александру Руденко продлили до 2 апреля. Сейчас барнаульский гонщик продолжает находиться в СИЗО, куда его поместили сразу же после ДТП. Напомним, осенью прошлого года Александр, управляя автомобилем BMW X6, на бешеной скорости врезался в Рено, в котором находилось 3 взрослых и 2 детей. Как говорят очевидцы, Руденко ехал на красный сигнал светофора и был в состоянии алкогольного опьянения. Еще 2 мужчин оказались в больнице, позже одного из них выписали. А вот чем закончилась история со 2-м пострадавшим в краевом Минздраве, не смогли прокомментировать. Известно лишь, что до Нового года мужчина по-прежнему лечился в больнице скорой медицинской помощи.